То есть они на месте видят, что Путин не взял его под контроль, а значит бояться нечего. Если он возьмет под контроль, для этого не надо министрам, замминистра или кто там, МИДа об этом говорить. Для этого просто местный ЦРУшник, какой-нибудь там капитан, утром приходит на объект, получает в морду от сержанта и сваливает с этого ядерного объекта. Все понятно. Трампу тут же доложили. Вопрос решен. Россия взяла под контроль свое ядерное оружие.